Конь. Для больного животного. Пожалуйста, господин, подай его. На помощь! Помогите кто-нибудь! У меня много раз. Тебе здесь нечего делать, старик. Здесь все, что нужно. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли. Грязный вор! Друзья мои, ваши поиски закончены. Трагедия! У меня есть кашечки. Помогите! Но я говорю... Ай, Йоль, могу тебе голову! Неверный, у тебя нет настоящего шанса со мной. Слышал! Спасибо! Спасибо! Я найду способ оплатить тебе, клянусь! Армии неверных! Смерть и ужас несут они нам! Салах один скачет им навстречу, бедняга. Дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, что чтобы он этот... вернулся с победой. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Ты служишь важному Богу. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Только что убил человека, я все видел! Ковер! Я! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Это не добрый знак. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю... Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Подайте пару монеток. Что он делает? Альтаир, друг мой брат, 100 лет тебя не видел. Слышно что-нибудь об Атхе с тех пор, как она покинула эти края? Нет? Жаль, но я уверен, ты ее найдешь. Слыхал, что на Абуальнукводу уже выдано перо? Возможно, я смогу тебе помочь, но мне самому надо успеть к полудню убить 4. Поработаем вместе, как в старые добрые времена, а? 2 тебе и 2 мне. Это телохранители Абуальнуквода. Скоро ты их увидишь. Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это! Куда он пошел? Я хочу есть, он, похоже, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Может, тебя что-то понравилось? Лучшие товары во всей стране! Сейчас ты умрешь! Я не хочу умирать! Убейте меня!
На помощь! Он хочет убить меня! На помощь! Помогите мне! Куда? За ним! Скорее! Будем на мече! Атман пойдет! Прочь! Стекин он им дан гукта эдерим! Сюда! Kime boyuna inmek istiyordun? Kime boyuna inmek istiyordun? Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Gel buraya. Beni yenemeyeceksin. Должны защищаться! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Что-нибудь приглянулось? Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Не стоит ему так бегать. Он точно кого-нибудь убьет. Что заставляет его делать это? Похоже, он куда-то спешит. Смотрите мой товар! Скидки! Что тебе от меня нужно? И по отличной цене! Подходите! У меня много разных товаров. Он, похоже, спешит. Я прошу всего лишь пару монет. Мимаефер! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все, что нужно. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Подходите, смотрите, вы останетесь. Здесь довольны. Это ужасно. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Ты правда очень мудрый. Давай попроси попротивиться к нам. Все, что тебе нужно. Всего пару монеток. Люди, подходите. Лучше там тебе нигде не найти. Всего лишь пару монеток. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Что? Кто это сделал? Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. Вот это работа. Как тогда в Алеппе, помнишь? Вот что мне удалось найти на теле одного из людей короля-купца. Похоже, это карта, где указано, как расставлена его охрана. Наверняка для твоего задания она пригодится. Будешь еще в Дамаске, двери моего дома для тебя всегда открыты. Мир тебе, друг мой. Нет, думаю, я не уходи. Подайте пару монеток.
Лучше там тебе нигде не найти. Всего пару монеток. Почему он так торопится? Я хочу есть, я так голодна. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые. Тебе сюда нельзя. Уходи. Покинь это место. Ты заплатишь за свои грехи. Умри, его! Ah!
Убойный миг. Умри, неверный! Ты сейчас! Я догоню тебя! Почему они делают? Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что это было? Интересно, что здесь произошло? Почему он так спешит? Куда он пошел? Может, за ним... Я что, похож на торговца? Нет! Ну и убирайся! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Хорошо, что ты пришел. Служить вам — честь для меня. Ваши приказания? Письмо, которое я дал тебе, нужно доставить в лагерь Салах-ад-Дина. Там отыщу человека по имени Хишам. Он поможет. Но никому не говори о письме. Никто не узнает. Тогда отправляйся. Лучшие товары во всей стране! У меня много разных товаров, даже слишком много! О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Ты, наверное, слепой. Он, похоже, спешит. Мои родные больные. Осторожнее. Подайте пару монет. Ты видел раньше такое? Мне не... Алёна, кособому не слюки. Убирайся. Получай. Умри, неверный! Давайте, не дайте ему уйти! Давайте, бежать тебе некуда! Ты! Как ты это сделал? Тебе не уйти! Лучшими войнами, Кисёртон! Не дайте ему уйти! Кто мог сделать такое? О, Аллах, упокой его душу. А? Покажись! Где ты? Я знаю, ты где-то здесь!
Умри, неверный! Еретик, у тебя голову! Заплятанный! Почему он так спешит? Неверно! Сейчас ты умрешь! Осторожно! Побалуин! Не потеряйте его! Побалуин! Как остановить? За Анару! Подходите, Нет, давайте, не дайте ему уйти! Увидишь тебя, друга, труп! Умри! Прочь! Бедняга. Аго. Аллах всемогущий. Это не добрый Thank you.
Он сошел с ума? Не понимаю, чего он хочет добиться. Ни шагу! Что за болван? فليسأله أحد لماذا يفعل ذلك. Уходи. Зачем он делает это? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Скажите, зачем он это делает? Зачем он это делает? Нет никого щедрее Абу Аль-Нуквода. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя бремя забот и предались веселью. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Слава Абу Аль-Нукводу! Как странно. Нет никого щедрее Абу Аль-Нуквода. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя бремя забот и предались веселью. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Слава Абу Аль-Нукводу! Спасшему наш город от погибели. Он тратит свои деньги, чтобы накормить и одеть страждущих. Его люди разводят костры, чтобы мы могли согреться. Его доброта не знает границ. Всем, что есть у нас, мы обязаны ему. Король-купец помогает, ничего не требуя взамен. Пусть его щедрость станет примером для нас. Пусть каждый стремится стать таким же, как он. فليسأله أحد لماذا يفعل ذلك. Пошел прочь! Тебе здесь делать нечего. Уходи! Да как ты смеешь? Я все скажу. Я не собираюсь за него умирать. Его деньги не вернут мне жизнь. Мудрое решение. Что тебе нужно? У меня дело к королю-купцу. А, что ж, удачи тебе, король редко покидает свои покои. Почему? Он что, боится? Не боится. Ненавидит. Он ненавидит самого себя не меньше, чем людей, которым якобы служит. И от позора запирается в своих палатах. Но он не может прятаться вечно. Да. Скоро праздник. Он выйдет, чтобы произнести речь, чтобы взглянуть на свой народ, на тех, кто принадлежит ему. Но это будет недолго. Почему же ему приходится так прятаться?
Увидишь сам. А теперь отпусти меня. Чтобы ты рассказал ему, что я задумал? Я не скажу ни слова. Верно, не скажешь. Мы подлинные дети Аллаха. Не трогай меня, пожалуйста. Мы делаем, что нам угодно. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Аллах с нами, старик. На помощь! Помогите кто-нибудь! Тебе здесь нечего делать, старик. Не трогай меня, пожалуйста. Думаешь, твой бог позаботится о тебе? Тебе здесь нечего делать, старик. Покинь это место. Смерть неверному! Это будет просто. Очень добрый молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Да, но и времена нас. Это человек-убийца! Стража сюда! С чего это он так торопится? От кого бежит этот глупец? Ищи меня! Сейчас ты умрешь! Умрешь здесь и сейчас!
Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Gel buraya. Ya! Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Geber kafir. Спасибо! Я найду способ оплатить тебе, клянусь! Ужас! Как это ужасно! Убирайся. Гнусный и неверный! Я поймаю. Где ты прячешься? Я его вижу. Я догоню тебя. Я! سوف يؤذي نفسه. هل هناك سبب لسلوكه الأحمق؟ ماذا حدث هنا؟ Убирайся, черт, пока цел.
Мир тебе. Тебе нужны сведения о городе? Сейчас у меня совсем нет времени. Надо разыскать флаги, которые украли из нашего тайника в квартале богачей в Дамаске. Но стоит такая жара, что я едва шага не сделаю. Ты поможешь мне? Если найдешь флаги, я сделаю для тебя все, что смогу. Ни шагу! Уходи! هل هو يفر من شخص ما؟ يسأله أحد لماذا يفعل ذلك؟ سورون çıkartacak. هل هناك سبب لسلوكه الأحمق؟ Тебе. Рафик обрадуется найденным флагом. Надеюсь, то, что я сейчас скажу, окажется для тебя полезным. Когда Абул пригласил меня на очередной пир, я заметил, что по фонтану в центре дворца короля-купца можно легко взобраться наверх. Подумай об этом. А теперь мне пора идти. Тебе не сбежать! Да, ты выбрал правильное место! Нет, уйдите кто-нибудь! Неверный! Чем я бой на имя кислота? Это за уху, я блин! Я убить! Помогите! Я ничего не слышу этого! На помощь! Ты видел раньше? Это за уху, я блин! Сторону! Живо! Вараа! Астре! От меня не уйдешь! Чем я больно иметь испёртый?
Он, наверное, вернется. Пошли отсюда. Все, заканчивай. Не думаю, что мы здесь найдем его. Делаем, что нам угодно. Думаешь, твой бог позаботится о тебе? Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Я убью тебя за это. Мне больно. Добром это не кончится. Нет! Умрёшь неверному! Добром это не кончится. Со мной Аллах. Ты уже проиграл. Давай, бегай, тебя все равно не убей. Ты не сможешь бегать. Тебе конец. Ты не уйдешь. Тебе конец. Это пустая трата времени. Какая мера. Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной Аллах. Я тебя поймаю. Чем я бою на имя кислёрсу? Хватит бегать, тебя все равно не уйди! Чемя будет человека! Сени гёрдю сапалу биле йенерим! Тебе не уйти! Чемя бойна имек истёрсун? Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной Аллах. Чем я бою на меня? Стража, здесь убийца! Geber kafir! Я не должен убивать людей! Это не делай.
Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Как это произошло? Что здесь происходит? Подходите, посмотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене. Он кого-нибудь убьет. Кажется, я видела все, что здесь можно. Здесь все, что нужно. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. О, он бежит от кого-то. Может, тебя заинтересует. Погоди минуту, Альтаир. У меня к тебе одна просьба. Я знаю, что ты хочешь убить короля-купца, но в этом городе полно других, ничуть не менее жестоких людей. Некоторые торговцы стали продавать тухлое мясо. Им оно достается за бесценок, а на здоровье покупателей им плевать. От этого мяса уже умерло несколько детей. Так дальше нельзя. Ты можешь положить этому конец? Это... Я отсеку тебе голову! Не верь! Кровь на ноги! Это будет просто! Как остановить? Я прими талант твою душу! Я... Это будет просто. Что это? Как это произошло? О боже, как такое могло случиться? Да? О нет. Что здесь происходит? Да проклянет Аллах того, кто это сделал! Где ты? Тебе за помогой! Не потеряйте его! Вернись сюда! Что случилось, беда? Что здесь произошло? Интересно, что здесь произошло? Его душу.
Что тут происходит с твоими Аллахом? Кто? Кто это сделал? Все милости в Аллах. Спасибо тебе, брат. Ты спас немало жизней. За это я поделюсь с тобой информацией, которая будет полезной. Я подслушал разговор двух слуг короля-купца. Прямо у окон его покоев стоят некие леса. Наверное, это поможет тебе скорее добраться до него. Кто? Кто это сделал? Неверный! Рублю голову! Не трогай меня! Здесь убийство! Добро мне кончится! Бери Еремите! Я ничего не вижу! Спасибо! Остановите и спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Интересно, что здесь произошло? Кто мог сделать такое? Вот вам. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее.
Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Смотрит, ждет, искушает нас! Будьте сильными! Сильными, как Салахаддин! И сражайтесь с врагом, как можете! С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах-ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Ты что, не видел? Мы будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Последняя партия доставлена. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы он узнал. Доставить груз было нелегко. Это же всего лишь вино. Человек слаб в вере. В вашей священной книге кое-что сказано по этому поводу. Оставь их. Пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известные предписания. И что это должно означать? Не имеет значения. Займитесь своим делом. Как скажешь. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель, как они. Я убью тебя за это. Невежество, насилие, безумие. Мы должны дать им отпор, любой уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Всюду вокруг этот город наш. И нас ждите сильными. Сильными, как Салахаддин. Неверный, умри, верный. Я ничего не заслужила этого. Он не мог далеко уйти. Идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах-ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Слава Салах-ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на...